А ты видел новый тизер-трейлер уже 4-й главы Гартена Банбан? Трейлер, как всегда, начинается под ужасную и скрипучую музыку. Дальше мы видим, как на полу лежит Стингер Флинн и Банбан. Но тут появляется тот новый герой по имени Джестер. Стингер Флинн открывает глаза, и на этом все. Тизер очень короткий, в нем нам ничего не рассказывают, только еще раз показывают Джестера. Также тизер очень странный, потому что 3-я глава закончилась на том, что Банбана придавил Джамба Джош. А потом они просто упали вместе с Стингер Флинном, что очень странно выглядело. В целом мы узнали, что Банбан жив, а Джамба Джош, как всегда, куда-то ушел. Кстати, если ты хочешь узнавать больше инфы о Гартенов Банбане, то обязательно подпишись на канал.